Так, кого запустим? Так что хочешь. Чисто ради так проверки. Да? Ну, Так, тогда давай кого вот эту карту запустим? все-таки найдем. Так что хочешь. Чисто ради так проверки. Так, ну, вроде работает. Оффроад тест. У меня такого не было, слышишь? Ну, я же тебе говорил, что мы что на этом не играли. Ладно. И аудейку. Давай. Не тупи, прошу. Прости, прости. Чувак, конечно, веселый. Прости, прости. Интересно, как он у предков выпросит 200 гривен? Это ты про кого? Да про этого хомяка. Он типа хочет и на этот чай сотку задонатить. И сотку на этот. Евротрак. Чаепитие. Блять, ну ты б уже привык, что про наркоту трынит. Ну, я понимаю. Это я понимаю вообще. А так будут потом миллионы нас смотреть. Да, там реферальная ссылка, подписывайтесь, скидывайте 100 рублей, мы вам вышлем листочек чая. Ага. Это мы можем. Запасной. А. Пересесть. Я даже раптуру взял. Офигеть. Ты сейчас зайди и посмотри, что там как. Не было бы мне так лень, я бы запустил телевизор. Так. На чем мы поедем? Я раптор взял. Ты прикинь, отклик нормальный. Кто-то вышел с интернета. Ну-ка, мне стоп. Ну, не всегда нормально, ну ладно. Ты как он не появился, ты, черт поганый. Редкостный ворот. Сейчас попади этот, блять, он дрифтует. Посмотри, как там. Да, я вот захожу. А вы не хотите заправиться? Там можно. Хер так найду, наверное. Ну, смотри, чувак, новый Need for Speed какой-то вышел. Ну да, я знаю. А его нет так в онлайне. Ну, онлайн есть, наверное, но я не факт, конечно, что он на компе вышел. Хотя не, по-моему, вышел. Надо будет попробовать, кстати. Блин, ну как мне его теперь найти? Кого? Да это влюбленный матрамер. В смысле? Да у них же в мобильном приложении нет этого поиска. Не на сайте. Ага. Ты напиши свой летсплейщик там, что-то там. Так не могу. Мне просто написано, откройте в приложении. Я уже до FIFA 17 долистал. Нихрена ты молодец. Не, ну видео, по-моему, видео немножко подлагивает. А ты там даже можешь взять, сколько у тебя кадров пропусков. Где? В ОБС? Угу. А где? Я там... Пропуск кадров не 0, по крайней мере, сейчас. Чё? Тогда тебе не о чем париться. То чистый интернет. Сколько много игр. Да не говори прям уж. Мне скоро глаза. Еще кто-то в iCity стримит, ты прикинь. Ну, никакая падла, правда, не смотрит, слышь. Вообще охренеть.
Ну, конечно, сейчас могу обновить. Я что-то тоже смотрел, никто не смотрел. А вот тебе ссылку, я тебе сейчас кину. Или ты через... не сможешь, я на скайпе, у тебя есть в этом в скайпе телефон? Наоборот. В телефоне скайп? Да. Нету. Ладно, сейчас в инсту кину. Я уже в поисковик зашел этого. Сейчас в инсту кину. Game life. Так. На тебе он ссылку в этот. Да я уже нашел лайф. Так что ты... Да кто тебе нам это? Соединение не удалось. Не, не то. Слышишь? Круто. Ну это, наверное, за то, что игру. Сейчас я попробую, конечно, присоединиться. Подожди. Присоединиться. Сейчас давай попробую присоединиться вот так. Давай, давай. Я пока себе расстелю лежбище. Лежбище. О! Все есть. Присоединился? Да. Так, всегда ты выходишь, первый раз тебя все смотрят. Не говори. Прям. Просто. Будем снимать по 40 рублей. Минуты. Миша. Алышно. А, нет, там минималка же 80. Ну ты едешь гоняться или нет? Да, я ж еще и... Добро пожаловать в чат. А, это же я на своем трюджи. Смотрит один, и то я. Ну как это? Я могу только смотреть, потому что у меня-то идет то эта хрень. Ты, детка, готов? А? Сейчас погоди. Давай, кто читает? Подожди. Что? Послушай, звуки включи. Настройки. Давай. И что? И что? А ты установил эту свою сраную эту волю? Нет. А, я ж установил. Тут теперь пиликалка. А, да? Да. Теперь везде ментовский. Не знаю. Ну что, ты готов? Готов, давай. Давай. Давай, считай. Три, два, один. Чего они тут все так долго набирают? С ними что-то не то. Это вообще ужас какой-то. Зато держит дорогу хорошо. Ага, отлично. Ёпся. Не говори, что ты перевернулся. Не скажу. Это что, перевернулся? Нет. Ты же сказал не говорить. Говори, что ты перевернулся. Ёпть, нет.
Не, ну если второй раз сказал ептель, значит вторую горку прыгнул. Ну, как бы логично. Смотри, он бочком лучше наваливает. Ой. Ну, ну я тогда поеду по твоей полосе, потому что что-то меня перекинуло. Ну, у меня же 651. 614. Блин, так хорошо зашел. Так, ну я теперь вообще не на дороге. А где ты? Тебе скажи. Как можно на ней вообще выйти с дороги? Она ж... Она идеально входит в поворот. Чувак, а я тебя обогнал. Я вообще перевернулся только что. А я немножко в земле встрял. Не, ну теперь а ты, то есть конечно... у меня автопобеда? Нет, я еду дальше. Просто что я встрял, теперь поехал дальше. А я уже на финише. Ах ты, Питер. Что, уже? Да. Это сука. Ну сейчас я срежу, подожди. Надо больше зрителей. Мы хотим ставки принимать. Да уж. Ёп, хотел въехать в тебя, въехал в эту хрень. Но у меня трёшка. Блин, не то, что надо. О, все, теперь я починен. Хотеть насиловать машинку мою. Вот именно. Учись! Блин. Что это было? Это я учился. Ой, что-то мне движок застучал. Блин, надо его... А, подожди. Легче сделать это. Так. Так, мы завтра на первый? Угу. Подожди минуточку. Ух ты, вот это я припарканулся. Прикинь, сам по себе катится, я его даже не давлю на вас. Ужас, конечно. Кажется, это как такое можно. Ну что, сколько там у нас уже людей смотрят? Миллион есть? Уже три. Ух ты. Давай, делаем ставки. Проедет он тут дорогу. Я думаю, нет. Фигу. Олежа. Что? Мне надо перевернуть. Там хорошо на гору забирается. А ёпсель. Мерси. А, у меня колесо в карте. Передёргается, и да, я тебя зацеплю. Что за нахрен? Я в полыни уже ушел.
какое-то неведомое говно происходит. Ну хоть вытаскивайся, да? Нет. Денег. Тогда давай за это. За жопинс. Или что это? За батарею. Ну? Ну, ты ж принял. Ёпта. Ёпта, что это за на происходит? Ага, я понял, стой. Сейчас, погодь. Я так понял, как ты залетел, так тебя можно и... Логично, наверное. Ух ты, ёп, серьёзно. Давай. Происходит, о-о-о, конечно, неведомая срань. Ну, я тут назад хорошо уже отъезжаю. Немножко меня отпускать. Еще под инстаграм снимать. Ёпси. Что с тобой происходит? Меня насилует всех, кто только мог. Ой. О, что-то, по-моему, поменялось. Или не шиша. Ну что-то Юрик пишет уже столько смс написал. Жизнь столько не писал. А куда он, тебе в инсту или ВК? В инсту. Что же он там такого пишет? Типа разбирай телефон и все такое. А-а-а. Блин, что это за хер, чувак? Я вот уже раскопал, слышу только мору. У меня машина звуки издает стрёмные такие. Красавчик. Как бы я тебя вытащил, ты ляй, как ты зык. Ты куда делся? Я решил уже вернуться в гараж. А, ну доставай меня, доставай. Ты меня достанешь, я верю. Хорошо, я еду. Дауна. Смотри, все шито-крыто. Прикинь, я только за одну хрень могу тебя зацепить. Наверное, меня там закопало, как по самые грабли. А все из-за тебя. А чё? Я еще ниже, я все ниже и ниже ухожу. Я думаю, ты скоро будешь висеть. Сейчас, под картой на моем тросу. А внутри машины вообще кайф. Да? Как будто в гробу. Вот реально. Вот зайдешь, потом посмотришь, там реально как в гробу.
Еще и звуки такие. Что это за веб-канале происходит? Не знаю. Ну, мы его помнили хорошо. Он был нашим другом. А, алюминий с ним. Алюминий? Да. Дай ему... Слышишь, ты хотя бы внутрь переключись, чтоб я видел, а то я вижу только сверху тебя. Ёб твою, теперь тут еще больше потемнело. О, я, сейчас, я только на тебя наехал тут. Тут только с одного ракурса смотришь. Не, ну только приборка и светится. Ага. Надо же ему показать. Ну, какой-то... По-моему, пора в гараж. Мне вот что-то кажется, что пора в гараж и выходить. Да, ну давай в гараж и выходить. Игровой сервер отключился. Ё-моё, как так-то? Да это как-то. Так. Выход. Так. Давай сейчас я заодно гляну, сколько вообще посмотрел. Смотри. Не отключать еще. Хотя, наверное, уже отключился. Я что, с игры вышел? Так у тебя же на рабочий стол остался. Да-да, сейчас посмотрим, куда он там останется. Так. А, ну да, ты же захват игры делал. Ты чё тут взлетаешь, скотина такая? Триндец, он с такими скоростями кулера своего начнет скоро левитировать. И не от мощности, блин. Ну, это, а от тепла. Ну и чё, она не появляется. Теперь же я выбрал ту хрень. Сцена один. Но всё равно ничего нет. Сейчас смотри, двое, всего 22. О, появилось. Тебе нужно такси 30-33. О, трое уже. Ага. Мы сами себе накрутим. Ты уже типа остановил? Что-что? Нет, еще идет. А, это мы, значит, лагает. Сейчас посмотрим, вдруг кто-то меня решил это. Прикинь, 1 241 000 стример сейчас на сайте. Чисто лямчик стримит. Смотри, по дотке только 23 тысячи стримеров. А вот еще одна дотка, плюс 2000. А, не, это... Че, блять, это не стримеры. Это эти, те, что смотрят, дебилы. Тут двух человек, у одного 13, у второго почти 11. Три зрителя, это уже не, это уже не один. Хоть сами себя, но уже нет. Ну смотри, я сам себя смотрю, ты, ну в теории, да. Ты ж наверное считаешься, и еще кто-то. Ну да. Чума, а, нет, я не могу считаться. А, два чума, отзовитесь. Я не могу считаться, так как я вообще хозяин этого канала. Значит, ты и еще кто-то. И того двое смотрели.
Слышали, когда я сказал про чма? По-моему. О, теперь опять трое. А ты уже остановил трансляцию? Нет, еще ничего не остановил. Ладно, тогда пойду гляну, что у меня там с майнингом. Не буду выходить. Угу. Туда я останавливаю. Остановить.